Да, снимайте. Дорога. Отличный ключ. Вот. Скрипичный ключ. В Японском море обрыв, где люди любят сводить счеты с жизнью. Даже японцы. Именно японцы. Но это еще такие нормальные японцы. А есть главная проблема, это когда они под поезд бросаются. Это моментально все расписание сбивается, люди опаздывают на работу, со страшной силой, пробки какие-то. Часто это бывает? Часто, очень часто. Причем они это делают. Это делают те люди, которые, в общем, хотят насолить своей смертью семье, потому что железнодорожная компания, если такое происходит, и человек погибает, то счет за все издержки железнодорожная компания выставляет семье. Вначале музыкальный. Да, вначале музыкальный, конечно. У кимоно по возможности, а вот музыкальный. Музыкальный вам будет очень интересно. Там... Вот я и говорю, а кимоно по возможности. Кимоно я много видела, поэтому, в принципе, это не обязательно. Вот, музыкальный обязательно. Сейчас мы будем ехать практически на холостом двигателе, то есть вообще на старшем. Вот так, да. Ну да. Сюда-то мы потратили много бензина, пока собирались. Обратно. Вулканическая порода.